Всем привет, с вами Витёк, и сегодня мы продолжаем играть, то есть проходить, бум, умри копа. Ладно, я все равно убью копа, что все равно я сейчас сохраниться буду. Да, знаю, тогда не сохранился. Сразу же начал записывать. Как страшно. О, прям, да. Все. Яков в кавычках. Почему иногда тормоз не работает? Я не понимаю. Бум. Да, отстаньте от меня. Кстати, ладно. Чё, парели отвой? Уйдите, я простой человек, который убил двух копов. Отвалите. Они же не заходят, да? Они, по идее, не заходят в дома, да. По идее, да. Проехать сквозь. Да, окей. Ура, ура. Так. Выходим. Типа, даем намек. Я никого не убивал. Я могу убить. Я не знаю. Я могу вам сказать, почему я убиваю своих. Потому что они, во-первых, на меня и нападает, и во-вторых, они не убегают, когда меня видят, когда я стреляю вверх куда-нибудь. Есть легкая добыча. Ой. Ладно, налим в ту тачку. Ну как всегда. А, так у меня уже 1000. 354. Пойду на этой плохой тупой тачке. Здорово. Блин. Все равно. Пум-пум-пум-пум. Нормально, я припарковался. Оглок. А, да. Бум-бум-бум-бум. Кстати, говорят, тогда получается, я должен его убить. Нифига садится машина. Ура, Бигсмок убит. Умрите, когда-нибудь умрет. Просто мне лень ехать. Да что? Что за... Блин. Интересно, кто же убил Свит? Надеваете, что ли? Не хочу это доехать, блин, на. Блин. Так, едем. Я просто не знаю, что тут комментировать. Мари. Женщина, машина, кусты, я, машина. Человек.
Чувак, махаешь ей руками. Придурок. Придурок. Чувак. Закон. Жест. Жесть. Придурок. Серьезный. Серьезный придурок. Честный такой. Не знаю, что с этим парнем, но он явно придурок. Да. Про что он хотя бы говорит? Переведите мне. Какой-то... С одной стороны, тупой, как пробка. А с другой стороны, совсем, блин, крутой. А с другой вообще не буду говорить. Просто вы сами понимаете. Не. Не. Почему я сразу же перехожу к таким выборам? Короче, не буду выяснять все это. Здорово, чувак. Я ехал так, теперь я так еду. Бум. Будешь платить за мою машину. Ты вырезался мою машину. Будешь теперь платить за это. Ты за это заплатишь, чувак. Заплатишь. Бум. Я первый. Все, мне надоело слушать эту болтовню. Едем. Ну а что, у нас еще стрелять будет? Ну уже убил чела. Чувак, ты еще серьезно? Ты что, серьезно? Блин, чувак. Короче, я знаю, куда надо доехать. По идее. Блин. Проклятый идиоту. Пусть бы на карантин ее посадили. Люди, вон отсюда. Не видите, что я тут еду? Если можно так сказать. Гонюсь, так сказать. Да. Так надо сказать, да. Сбавляем скорость. Блин. Вау. Проклятый байк. Да, садись сюда. Все, шоссе пошло. Теперь я его буду практически догонять все время. Потому что я хорошо тут езжу. Что-то пошло не так. Куда его заносит? Да я знаю, что ты здесь. Нет, ты уже там.
Я знаю, что 2 метра не считается. Ты уже зашел на 2 метра и 2 сантиметра. Эй, ты уже на 5 метров. Фигня, чуваки. Блин. Стена. Брось коп. Чё? За фигня. Ладно, едем. Типа мне нет. Не, мне это вообще не нравится. Блин, это хуже, чем, блин, играть в Counter-Strike на эксперте. Только с ножом, а остальные, блин, с этими, с ВП и так далее. Намного хуже. Там, где нельзя кидать еще ножи. Слушайте, чуваки, да блин, уйди. Так. Я тебя вижу. Цоп, он что, остановился? Да, за мной. Я буду тебя убивать. Я буду убивать каждого из твоих людей. Я буду убивать каждого из вас. Я убью. Убью вас всех. Убью. Ты сел, да? Мне нужна какая-нибудь крутая тачка, которая затянет головой и так далее. Бум-бум-бум. Деревья, кустики. Это чё, мне чуть напомнил бабу. О! Я посмотрел направо, налево, но я не смотрел вперед и в итоге врезался. Говорю всем водителям, машины и так далее. Не смотрите, смотрите больше вперед, не оглядывайтесь все время так вот туда-сюда. Видите, к чему это приводит? Ну вообще чуть бы не попал, больше трептать. Такая. Да, хорошо, не буду придурком, как всегда, типа. Знаете, так хочется сейчас. Ничего не хочется делать. Ладно. Сначала... Как там? Сначала пусть будет...
Так, сначала S, потом BS, потом OG. Ну и заново так. Ту-ту-ту. Блин. Пум-пум-пум-пум. А, так тут. А, так все. Одна миссия уже. Даже больше, наверное. Да, даже больше. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки лучше не ставьте. Подписывайтесь на канал. И думайте об этой тачечке. Кажется, я нашел истинную тачку. Оу, жалко, что там не было буллета, но... это то... Мне на минуту показалось, что... На секунду даже показалось, что это и есть буллет. Ладно. Вау! Нашел тачку получше. Не, моя получше все-таки. Это же Супер ГТ, да? Значит, это кака. Это невкусно, да. Невкусно. Ладно, думаю, можно уже закончить видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки лучше не ставьте. Подписывайтесь на канал, чтобы было больше видео. Такие у нас сегодня дела были. Всем спасибо за просмотр, как я уже сказал. Всем пока.